Ты нищеброд-неудачник с малюсеньким членом. И у тебя столько претензий к твоей женщине. В этом весь парадокс. Чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него больше претензий к своей партнерше. Вообще похую. А парадокс заключается в том, что женщины каким-то волшебным образом пытаются сделать проблему то, что проблема, по сути дела, для них. Нищеброд, ну, мне хватает, и слава богу, как бы, будет ли хватать тебе, мне вообще похрену, как бы, это мои деньги, да. Маленькая пиписька, опять-таки, это твои, девочка, проблемы, как бы, и главное, чтобы он стоял, как бы, да, я оргазм получу, вот, и все нормально, как бы, и то, что тебе там что-то не маленькое не устраивает, как бы, опять-таки, твои проблемы, да. Вот оно, перекладывание проблем своих на чужие плечи, все прикольно.